Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел. Сегодня поиграем в игру Light Switch. Надеюсь, вам понравится, это хоррор-игра. Вот. Буду вам переводить, что смогу. Ну, те, кто не понимают, тем лучше. Так, давайте начнем. Вам 12 лет. Вы живете в Калифорнии. В Соединенных Штатах ваша мама обычно работает, поэтому в это время вы остаетесь один, когда мама работает. В 19-го и за окном идет дождь. Вы дома один сейчас. Сейчас 10 часов. Надеюсь. Перевод понравится, реально. Блин. Я дома один, я чувствую чьё-то присутствие рядом. Так. Окей. Короче, какое-то присутствие мы чувствуем. Так, кубики, растения. О, свет можно включить. Так, ну вообще, чё комната какая? Ну, такая получается, блин. Так, я ничего трогать не могу. Все, а вот могу. А можно я присесть? Нет, блин, ладно. Вот этот шкаф могу открыть. Так, сейчас. Где? Где-то там. Так, блин. Слышь ты, там какие-то записки, но я потом прочитаю. Надо же ответить. Так где ты? А во. Мам, привет, пожалуйста, давай спать. Сейчас время выключите свет и идите спать. Ладно. Чувствую, эта игра очень стрёмная. Ладно, я не боюсь. Это нормально, блин, реально. Чё написано? Это что-то там, блин. Здесь три морковки в холодильнике назад. Моя мама ушла утром, когда было один, наверное. Допустим, это так переводится. О, без света мне вообще страшно играть в игры, но... Даже... Не учитывая того, что сейчас свет лода достаточно на улице. Ну окей, пока что ничего страшного, просто выключаем свет. Ну мне в принципе страшно. Ничего не понимаю. Выглядит странно, наверное. Я, пожалуй, блин. Реально. Я люблю играть в видеоигры на моем компьютере, когда прикольно очень. Давайте, все, уже почти везде выключился. И спать пойти, типа. Ладно. Я не могу спать. Я не выключил весь свет. А. Все. Просто поспим. Окей. Ну нет, опять. То есть мне сейчас по темноте идти? Ладно. Куда иду я? Наверное, иду телефончик поднять. Прикольно. Эй, ты здесь? Что? Не весело. Кто это? Ладно.
Боже. Боже. Ладно. Так, нормально, блин. Я спать. Это глюки мои. Спать давай. Божечки. Ну, я не видел даже, кто это особо. Я не спался. О, я поспал. Что, свет включен? Я выключал его, когда ложился спать. Нет? Разве нет? Ладно. Посплю еще. Ой. Это ты кто такой, блин? Боже мой. Не убивай. Плиз, прошу. Это... Он убил тебя. Ты спал, потому что не успел поспать. Один из трех. Возвращайтесь в меню. Так, все, ладно. Походу, тут несколько концовок. Ну, нас убили. Ладно, пойдем искать вторую концовку. Окей. Вам 12 лет, вы дома одни, в живете в Калифорнии, что-то такое. Чё, он не предвещает опасности? Оу, кто же может звонить? Короче, я вот так сделаю. Оп. Оп. Мама спит здесь. О, так мама пришла, нифига себе. Может, к ней в комнату пойти потом. Ты. Ты здесь. А нет, ты, я здесь. А если я вот так? А, привет. А чё, если пойду сюда? Стучат. А, это... Это не в игре, не обращайте. Так. Тут есть свет? Ну, такой вопрос скромный. А вот. Пожалуй, самое время сходить в туалет. Выключите свет, идите спать. Ага, угу, конечно. Мама спит. Нет. Почему? Ладно, выключу свет, пойду спать. Почему? Ну, нормально, блин, увидел монстра, пойду спать. Почему бы нет? Ну, почему бы и нет, ну, подумаешь. Подумаешь. Всего лишь-то. Оу, кто же включил свет в моей комнате? Разве я его не выключал? Подозрительно. Кто включил свет? Иди сюда, ты чё за пробки, кто платить будет? Пробки дорогие вообще, блин. Ты чё, слышь ты, иди сюда. Эй. Слышь ты. Чтоб вы понимали, я, конечно, такой, типа, крутой, но... У меня дрожь по всему телу. Мурашки, реально. Что тут бургер делает вообще? Лози. Глаза. Какие глаза? Ты чё? Ты чё? Слышь, ты чё? Так, ладно. Да не стучи ты там. Вообще уже. Так, май, здесь голова, блин, гениальная. Гениальная голова, big brain. Там было написано head brain. И не знаю, что это, как это переводится. Умная голова, наверное. А ну-ка, дай прочитай. Ну дай. Выключите свет и посмотрите дом. А, то есть только без света? Ладно. Ладно. Чё, блин? Хочу без света. Я не хочу без света. Мне страшно так. И... Мне страшно, звуки страшные. Телефон?
Опять пробки мотают мне. Опять мне пробки мотают. Ступеньки. Иди на лестницу. О май гад. Короче, ребят, мы прошли две концовки из трех. Сейчас попробую еще пройти вторую концовку. То есть первую я нашел. И получается третью. Так, ладно. Возвращаюсь. Окей, давайте попробуем еще разочек. Спать. Я тоже. Включаешь свет, пробки мне мотаешь, блин. Короче, давай выключайся. Включите свет и ваш идите нафиг. А, да? Ты в шкафу? Не, ну ты в шкафу? Не в шкафу. Нет, ты под кровать, ну, признавайся. Нет, ты в компьютер залез. Это мой компьютер. Я тут в сейфе. Ты в полочках каких-то. Ладно. А? Телефон опять. Я. На ступенька. Что это, не весело? Где мама? Нифига я не сделал. Хотел свечкой его прогнать. Не стрюка. А, во, я могу выйти. Он такой. Хе-хе-хе. Все. Все концовки. Это хорошая концовка. Или нет? Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите новых серий, видео. Это видео будет, скорее всего, без монтажа. В принципе, более или менее. Ну так, может, интро добавлю. Ну подумаешь, ну, с кем интро добавлю. Ладно, все, пока.